Всем привет, с вами Катя Олейник, и сегодня я хочу поделиться с вами своими впечатлениями от тест-драйва коллекции бумаги от компании Scrap Mir под названием Simple Flowers. Итак, мне было предоставлено набор бумаги размером 35 на 35 сантиметров, 20 на 20 и набор из 4 фишек. В набор входит 10 листов плотностью 190 грамм на метр, 7 листов из них двухсторонних и 3 листа с золотым тиснением. Рассмотрим набор бумаги 35 на 35. И первый вот такой вот фламинговый лист. Цвета приятные, мягкие, но насыщенные. Обратная сторона желтый амбре. Второй лист, такая вот достаточно крупная полоска, и обратная сторона, такие милые маленькие баночки на мятном. Третий лист напоминает ткань на летний сарафанчик, очень милый принт. И вот такая вот обратная сторона тоже в полосочку. Следующий лист, такие вот красивые цвета, их можно просто вырезать, а можно, наверное, и раскрасить сначала. И обратная сторона, опять-таки крупная полоска, но уже мятная в этот раз. А это первый лист с золотым тиснением в крупный горох. Красивое золото и красиво переливается. Лист, кстати, односторонний. Шестой лист, вот такой вот интересный узор, и обратная сторона такая геометрическая, очень интересно. Седьмой лист, и опять вот такие вот баночки, такие крохотульки, такие миленькие, а с обратной стороны мой любимый горошек. Обожаю горошек, он всегда, наверное, и везде будет уместен. Вот такой вот лист, насыщенно цветочный, это, наверное, и есть те самые Simple Flowers. Думаю, хорошо будут смотреться для вырезалок. И обратная сторона приятный, такой вот эффект амбре. И девятый лист с текстом и золотым тиснением, красиво переливается и очень аккуратно сделано. Лист тоже, кстати, односторонний. И последний лист, лист с карточками, на нем тоже есть элементы с золотым тиснением, хорошие надписи такие, все добрые, позитивные. Набор фишек из 4 штук, такие лаконичные дизайны. Здесь есть и фламинго, и цветочки, и надписи. Очень миленько. И набор бумаги размером 20 на 20 сантиметров. По сути, это точная копия набора 35 на 35, только уменьшенная.
И из бумаги у меня сложился вот такой вот небольшой альбом 21 на 15 сантиметров из коллекции Simple Flowers. Мои впечатления от бумаги таковы. Бумага очень приятная в работе, от клея ее не ведет, что важно для нас. Дизайны листов между собой хорошо подобраны, а значит отлично сочетаются в работе. Золотое тиснение очень красиво смотрится, сделано качественно, ничего не осыпается и не липнет к рукам. Несмотря на название, в коллекции есть даже несколько листов, с которыми можно было сделать мужские странички. Но мне вот только очень сильно не хватало разного вида высечек и чипборда. Хотя их можно, конечно, повырезать из некоторых листов, но у меня много таких элементов не вышло. Но в целом я осталась очень довольна. Ну а вот так вот выглядит альбомчик «Живем». Спасибо за просмотр и до скорой встречи!